Добрый день, дорогие друзья! Сегодня мы опять в гостинице «Украина», где уже традиционно 26 ноября 2021 года мы будем проводить российскую национальную духовную трапезу. Ее основной идеей является то, что верующие люди могут в духе любви быть миротворцами и созидателями своей земли. Когда люди вместе едят и преломляют хлеб, то они легче знакомятся, формируют дружеские отношения, вражда отступает. На этой трапезе это дает нам возможность обсуждать наши противоречия с любовью и уважением друг к другу, основываясь на общечеловеческих духовных принципах. Поскольку именно так вместе мы можем преодолеть сложнейшие вызовы нашего времени, включая пандемию. Представьте себе, если бы крупнейшие институты, корпорации, правительства в мире объединили свои усилия в избавлении от этой напасти. На наших трапезах присутствуют представители парламентов, правительств, бизнеса, ученые, спортсмены, представители других сфер деятельности и особенно врачи. Эти люди разных профессий и положений в обществе готовы оставлять свои различия и быть миротворцами. Я родился и вырос на Донбассе. И всей своей душой люблю теплую, добрую, трудолюбивую и мелодичную Украину моего детства. С мощными заводами, гордыми своим трудом, людьми. Но сейчас на моей родной Украине война. И это разделяет семьи и отзывается огромной болью в миллионах сердец россиян и украинцев. Очень негативно влияет на жизни жителей других государств. И мы на российской национальной духовной трапезе очень рады приветствовать всех тех, кто хочет способствовать установлению мира на этой многострадальной земле. К нам приедут политики и бизнесмены, другие неравнодушные из России, Украины, Европы, Америки, готовые способствовать миротворчеству. Ибо блаженны будут миротворцы, и нарекутся они сынами Божьими. В обществе есть запрос на общую, объединяющую духовность, и ею могут стать принципы, оставленные нам Иисусом на страницах Священного Писания. Верующим людям легче найти то, что нас объединяет в духе любви. Ибо в главном у нас должно быть единство, во второстепенном – свобода и во всем – любовь. Ждем вас на нашем мероприятии.